31 октября у холма воинской славы стартовал автопробег «Грозный Сергакалам» от героя к герою, приуроченный ко Дню Единства и Согласия, организованный по инициативе Сергакалинского союза ветеранов Афганистана. Согласно намеченному графику, участники автопробега отправятся в Сергакалу, где героически погиб сотрудник правоохранительных органов Магомед Нурбагандов. По пути участники автопробега посетят мемориалы и почтят память погибших в Афганистане. Сергакалинский союз ветеранов Афганистана попросил нас помочь в организации автопробега Сергакала Грозный. Дал вам сегодня это сделаем. В этом году мы также ездили в Волгоград на могилу Ханбаши Нурадилова. 18 машин. Автопробег очень хорошо нас приняли на Мамаеву кургане в Волгограде. И приняли непосредственно в Бухановке, где непосредственно был похоронен Ханбаши Нурадилов. В колонну от Хасавюрта вошли 4 машины в составе ветеранов афганских событий. Автопробег был организован при совместной поддержке администрации Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов. Также к автоколонне присоединилась и Чеченская республика. Как отметили участники акции, это хороший способ укрепить братские отношения между соседними районами и республикой. Проводить ветеранов афганских событий вызвали студенты аграрно-экономического колледжа, заместитель председателя городского союза ветеранов Афганистана Ханбаша Закариев и общественные деятели. Главной целью автопробега является духовно-нравственное патриотическое воспитание подрастающего поколения. Урлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».